Всем привет! Всем привет! Как мы говорили, снимем видео про нашу машину, но сейчас небольшое видео расскажем про... Капот помял. Это наша старая машина. Кстати, она скоро будет на продаже. Так что, если что, да, пишите. Но она будет дорого продаваться, дороже, чем купил. Так что эту цену не буду говорить, что потом буду продавать, чтобы... Да, цену не надо говорить. А то там сказал, что купил ее за 900 евро, а теперь буду продавать ее в два раза дороже. А все скажут, ты же купил ее, да, дешевле. Так, что, попрощались мы с нашей стой BMW 525 E60, которая прослужила нам 7 с копейками лет. Я уже точно не помню, но точно 7 лет. Долго мы на ней проехали, на ней уже был пробег почти 400 тысяч. Служила верой и правдой. Да, 5 лет она вообще у нас просто вообще ничего не ломалась. На ней ездили, как говорится, кайфовали 5 лет. Потом на 5-й год, конечно, мы поменяли мотор. Ну так, по мелочам. Но особо она у нас не ела. Мотор съел один, и все. Моторы по мелочам. Очень тяжело с ней попрощался. Вот не знаю, как-то я привыкаю к машинам, оказывается, за такое время, что прям тяжело было, как говорится, на сердце. У меня до этого была тоже BMW, я даже ее сам не продавал, у меня Ольга ее продала, и я даже, как говорится, не смотрел. А с этой вообще так уезжал, смотрю, вот как мы ее оставили. Он как родной человек, просто кинули, на парковке стоит, у меня фотографии, кстати, есть еще ее. Коля у нас все планировал ее оставить, говорит, ай, купим еще одну, а ту, говорит, себе, говорит, оставлю ее, Тойоту продам, ту пусть будет подпопник мой. Ну, приехал в салон, что-то подошел, такой стою. Блин, и вот знаете, вот когда бывает, это мое, и вот мое, и вот приехали и домой. Мое. Да, и Ольгина. Да. Ну что, машина 520-я, дизельная, 2011 года, ноябрь, почти 2012 год. Так, универсал, задний привод, дизель, я уже сказал. Как мы и говорили, что нам надо универсал, как говорится, в семье, чтобы... Машина грязная сейчас, конечно. Так я говорю, что даже товарный вид не навел, а не помыл, не пропылесосил. Когда помытая вообще, она в идеале, она отполирована, потому что вся как новенькая, когда помытая. Да. Самое, как его говорится, главное в машине, то, что нам надо было, и почему мы продадим Тойоту, это еще научиться вот сюда обращать внимание. Долго ждать. Вон он лезет. Угу. Лезет, влазит. Угу. Вот крышка под этот тоже. А, она с этой стороны. Она здесь закрыта. Ну все, супер. Вот. Уезжай. Угу. Универсал. Много места. Сидушечки раскладываются, да, Ольга? Угу. Места сколько, полочка все, снимается, все, да, вози, что хочешь. Там, конечно, я уже барахло с той машины. Тут уже грязь, нет, конечно, я с той машины перекидывал. Да, здесь у нас аккумулятор, я говорю, как новенький здесь. Даже страшно залазить. Хоть, как говорится, хочется, да, у нас папе Коле хочется залезть, поковыряться, разобрать. Хоть машина, как говорится, не молодая, но как новенькая. Ну да, пойдемте внутрь, посмотрим, что там внутри. На. Доводчики, все, чик-чик-чик, все четко, все четко. Не, место реально, Ольга, посмотри. Блин, нифига тут, сидушки тяжелые какие. Блин, такое все как новенькое, я не знаю, машина... Место, это я сижу за собой, что вообще реально комфортно ездить будет. Я вообще, говорит, удобно. Ну что, машина как? Тут ничего, комплектация такая бомж, как говорится. Ни кожи, ни рожи, ничего нет. Вот, руль, подогревы. Руль есть, руль, да? Подогревы, климат-контроль раздельный, да. Вот как, автостоп, да. Кнопки заводятся. Что там еще, Ольга, есть, я не знаю. Бесключевой доступ. Что еще парктроники есть? Парктроники. Система какая-то нормальная стоит, потому что здесь и YouTube, интернет, все есть. Тонировано полностью вот здесь, да. Ну, кроме передних. Что ты тут посидишь, да? Мне вообще нравится просто. Да. Итак, пойдем Ольгу посмотрим с той стороны. Ольге нравится. Да. Ой.
Да, у меня все классно. Я не знаю. Да? Что? Какая-то она, знаешь, ну, все равно не такая, как по сравнению с той. Какая-то она в управлении, как-то проще. Не знаю, вот она едешь, она прямо на дороге, вот как, я не знаю, как будто в танке едешь, как вот вкопанная такая. Похоже на 39-ку, да, наверное? Да, 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 да. У нас до этого была 39-ка, потом 60-ка, и сейчас вот это. И вот это больше, да, на 39-ку похоже. Как-то она вот... такая, она... Ну, я даже не знаю, не могу объяснить свои ощущения, но мне, я говорю, мне на них... Ольга, твой капот, вон за рычаг дерни. Морем под капотом покажу. Ну, там как бы грязненько, конечно. Конечно, когда в салоне покупали, был чистоган. Сам сразу, я заодно. Да, заодно, надо посмотреть же тоже. Друг, чё? Короче, чё, мотор, как мотор. Вот. Так, ну что, за мотор, как говорится, мы не переживаем. За коробку мы не переживаем. И за остальное мы не переживаем, потому что мы купили эту машину с гарантией. Гарантия ровно год на все агрегаты. Вот так. Мы, конечно, доплатили за это, ну, потому что... Как говорится. Ну, решили, все-таки машина не молодая. Да. Вот, мы с Колей решили, да, купить гарантию. Гарантия год действует. Ну и через год машину продать. Но. Ну да, все, больше не будем, конечно, вот так задерживаться, что там по 7, по 10 лет машине год и все. Как говорится, не надо задерживаться, правда. Ну, нас еще немного задержал ремонт. Вот, потому что был ремонт бесконечный. Ну, такие вот пироги. Так что будем кататься, радоваться. Но. Мы уже на ней проехали. Больше 2000 километров, если честно. Ну, конечно, машина это намного больше, чем эта Е60. Да, она да. И шире, и вот я вот просто... Честно, я говорю, что мне сначала первые дни даже было на ней ездить как-то так. Да. Как сказать, такая устойчивая, жесткая, тяжелая, как будто большая вообще. Син не заправит. Вообще она вваливает. Другая вообще, абсолютно совсем другая тяга. Не как на бензине. Ну что, вот все. Как говорится, рассказали про нашу машину. Ничего не рассказали. Ну ничего не рассказали, но показали просто, что купили, поменяли. Что я расскажу? Какое тут масло залито, я что, откуда знаю? И сам еще ничего не знаю про эту машину. Будут поломки, буду говорить. Да, да. Что самое главное сказали, что да. Год, цвет. Пишите, кто как думает, правильно мы что купили такую машину или неправильно. Но у нас, не забывайте, есть гарантия на нее год. Вот так вот. Так что посмотрим, как у них эти гарантии работают. Потому что я раньше... В смысле посмотрим? Я надеюсь, нет, если нам... что, да, если что, вдруг. Потому что я всегда, знаешь, так относился к этому, что гарантия там, не гарантия, не знаю. Я надеюсь, что никакая гарантия нам не пригодится. Да. Когда покупали, сказали, машина в отличном состоянии, все окей, типа не парьтесь. Да. Все, ладно, все, всем пока, пишите комментарии, там, что, лайки, дизлайки там. Ну, как всегда. Все, всем привет.